Нелегальные лагеря беженцев уничтожить полиция Франции. Минувшей ночью в портовом городе снесла 3 стихийных поселения. Причем, как сообщают волонтеры-очевидцы, равняя палатки с землей, бульдозеры зарывали и детские игрушки, и документы. Жилья взамен разрушенного беженцам пока не предоставили. Недовольных усмиряли с помощью слезоточивого газа. И сегодня министры внутренних дел 28 стран Евросоюза на экстренном заседании в Брюсселе попытаются со второй попытки достичь договоренности о том, как распределить 120 тысяч беженцев.